Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стопкадр», студія Нітрашевська. Чому не треба викидати риб'ячі кістки і де народжуються моделі? Ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Увидела просто мастерицу, которая тоже делает картины с рыбных костей, и подумала, я должна тоже сделать. И вот так вот первая картина моя, признание, так и пошло все. Цветочные композиции, морские композиции. Приложила косточку, думаю, что с ней сделать. Приложила еще одну, так и рождается картина. Высказывание Рональда Рейгана, который сказал, что находите успешных людей в той сфере, в которой вы работаете, берите их к себе на работу, давайте им полномочия и не мешайте им работать. Заслуга людини не довгий період перебування на посаді, а її результати. І саме Олена є таким прикладом. Сьогодні, друзі, ви станете свідками народження моделей і познайомитесь з нашою героїнею, майстринею, дизайнером і директором будинку культури в одному обличчі. Господа, времени мало, и поэтому не будем его тратить. Сегодня я предлагаю вам поехать вместе с нами в путешествие. А путешествие, оно не близкое. Знаете почему? Потому что путь наш пролегает по Николаевской области. В гости к морской царевне. Поехали! Мы с вами находимся в Михайло Ларина. Именно здесь живет наша героиня, морская царевна. В этом вы убедитесь. И сейчас она предстанет перед вами. Господа, я вас приглашаю. И вот, господа, мы с вами уже практически в царстве морской царевны. Но сюрприз! Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Это, прошу любить и жаловать, наша героиня Елена Лементар. Она морская царевна. Не смотрите, телезрители, что она в красном. Но мы ехали в гости к морской царевне. А нас ждет сюрприз. Елена, ну, в принципе, друзья мои, ну а какая царевна может быть без сопровождения свиты? И вот посмотрите, перед вами свита нашей морской царевны, совершенно потрясающих, совершенно удивительных, настоящих сказочных морских костюмах, которые придумала и изготовила наша сегодняшняя героиня Елена. Итак, вы, несмотря на то, что вы морская царевна, вы царица, но вы не гнушаетесь сами придумывать и одевать свою свиту. Рассказывай. Это наш танцевальный коллектив, маленький на данный момент. Росточки поют, танцуют. И на данный момент вот готовимся к празднику Ивана Купала. Вот, вот сказочные персонажи. Вот, например, Ксюша Лемешко, девочка в салатовом платьечке, она лесная фея. Кристина есть крутая у нас. Даже фамилия у нее такая подходящая. С пластиковых стаканчиков. Это у нас такая корзинка Венеры. Это я назвала так костюмчик. Девочка Алинка есть у нас. Костюмчик с газет. Кстати, газетка «Южная правда». Вот она у нас южная красавица. Самая маленькая участница Соня. Называется костюмчик «Коралловый бриз». С пенопластом. С чего есть, того и делаем. Чтобы было под рукой, да? Да, да. Катюша. Ну, такая газетная красавица. И вот эта ночная тайна. Называется костюм «День-ночь». Ну вот девочки готовятся к выходу на сцену. Елена, но дело в том, что я хочу акцентировать внимание наших телезрителей, что эти костюмы, господа, выполнены не из дорогих тканей, которые стоят бешеные деньги. А из чего, Елена, вы одели своих девушек, таких милых и красивых, в красивые костюмы, но, в принципе, изготовлены они из элементарного. Из чего? Пожалуйста, первый костюмчик – мусорные пакеты. Второй костюмчик – журнал. Третий костюмчик – пенопласт. Четвертый костюмчик – газетки. Пластиковые стаканчики и мусорные пакеты.
Как, господа, вы понимаете, смотрите, в руках нашей героини даже мусорные пакеты становятся произведением искусств. Кстати, она еще изготавливает картины, тоже из очень пикантного материала, но об этом чуть позже. Давайте сначала все-таки полюбуемся на свиту нашей героини еще раз и вдохновимся тем, что любой материал для руки мастера, он способен на настоящее произведение искусства. Елена, давно вы этим занимаетесь? Вы давно разрабатываете костюмы? Такие своеобразные. Я участница, тоже танцевала в коллективе с детства, с 6 лет, поэтому как-то так все как-то фантазирую. И вот так вот решила просто сделать костюмчик себе. Конечно, я шила себе тоже с пенопласта, вязала, делала с канатов, делала с фантиков. Ну вот так, с каждым разом, что под рукой есть, с пластмассовых крышечек, с крышечек из-под пива. Кстати, все, что есть под рукой, с того можно сделать. Поэтому девочек у нас в коллективе 16 человек, но пока на данный момент я сделала просто то, что успела. И сейчас давайте спросим у нашей маленькой героини, у Сонечки, насколько удобен сей костюм. Сонечка, здравствуйте. Вы бы каждый день ходили в таком костюме? Да. Вот так, господа, каждый день Соня готова ходить в таком костюме. Будьте добры, а вы бы ходили в таком костюме каждый день? Да. А удобно, не жарко? Нет, удобно. А скажите, пожалуйста, вы день и ночь, то есть вы девушка-тайна. А какую тайну вы храните? Тайна то, что Елена Николаевна художественный, талановитый человек. Ясно, телезрители. Эту тайну теперь знаем только мы и вы, а больше никто. Что наша героиня Елена Николаевна Лементар очень художественный и талантливый человек. Друзья мои, вы тоже так полагаете? Да. Вам удобно в вашем костюме? Очень. А вам? Да. И вам удобно в вашем костюме? А вам? Да, очень удобно. А скажите, пожалуйста, не мешает, вот стаканчики немножечко гремят, не мешает это при ходьбе? Нет. Будьте добры, а вам, наша юная красавица, удобно? Конечно, с удовольствием бы носила его каждый день. Вот так, господа, и сейчас наши юные героини готовы продемонстрировать вам, как они ходят в этих костюмах каждый день. Господа, и сейчас мы с вами присутствовали при удивительном и совершенно потрясающем моменте. Знаете, каком?
Сейчас на ваших глазах рождались новые модели. Я уверена, что эти девушки очень скоро покорят мир. А знаете почему? Потому что они не только красивы, не только умны, потому что у них добрые сердца и потому что у них очень хорошие руководители. И коль сейчас речь шла о руководителях, то я думаю, что вполне уместно предоставить слово одному из руководителей. Сергей Николаевич, будьте добры, вы курируете Витовский район. Сейчас мы находимся в селе Михаила Ларина. Полюбовались на красоту, удивительно талантливые люди здесь живут. Но дети без руководителей, они могуть пропасти. Хочу сказати, що Олена Лементар є керівником, який у нашу сім'ю керівників закладів культури клубного типу влилася нещодавно. Вона є завідувачем Михайло-Ларінського сільського клубу лише приблизно десь півроку. Але за ці півроку вона показала надзвичайно великі вже досягнення. І ми знаємо, що заслуга людини не довгий період перебування на посаді, а її результати. І саме Олена є таким прикладом. Хочу сказати, що вона розбурхала життя соціально-культурне у Михайло Ларина. Адже збільшилась кількість дітей, які почали займатися у колективах художньої самодіяльності при Михайло-Ларинському сільському клубі. Враховуючи той факт, що зараз лише виготовляється проєктно-кошторисна документація щодо побудови Михайло-Ларинського сільського клубу, діти займають у приміщеннях сільської ради, у приміщеннях бібліотеки, у приміщенні загальноосвітньої школи. Під керівництвом Олени і за підтримки сільської голови є такі чудові колективи, як ансамбль пісні «Барви надії», яку ми також запрошуємо на різноманітні районні заходи. Є чудовий хореографічний колектив. І специфіка ось таких от населених пунктів, невеликих кількостей, полягає у тому, що діти із задоволенням займаються у всіх колективах. Вони приймають участь і у колективах декоративно-прикладного напряму, і у колективах хореографічного напряму, і у колективах вокального напряму. І таким чином вони всебічно розвиваються. І це заслуга саме безпосередньо керівника, адже ми знаємо, що все починається безпосередньо з ініціативи, ідеї керівника, і яка повинна заразити ось цією іскоркою доброти і різноманітних великих справ своїх підопічних. Перечитывая мудрые мысли великих людей, мне попался на глаза высказывание Рональда Рейгана, который сказал, что находите успешных людей в той сфере, в которой вы работаете, берите их к себе на работу, давайте им полномочия и не мешайте им работать. Так вот, ситуация с Еленой Лементар сложилась приблизительно подобным образом. Человек пришел на работу недавно, но настолько творчески подошел к этому вопросу, к этому делу, что у нас с Сергеем Николаевичем, ну прям у нас крылья расправились, когда начала работать Лена, потому что когда мы видим целеустремленного человека, человека, который знает, чего он хочет и что ему для этого надо, разумеется, находятся и ресурсы, и финансы, и деньги, и время, чтобы помочь таким людям. Хочу отметить, что Лена взяла себе за правило такой вид обучения, как показывай, делай, повторяй. В чем он заключается? Сначала Лена свои работы делает сама. Затем люди, которые хотят научиться делать такие работы, как Лена, они смотрят и потом под ее присмотром стараются сделать такие же работы. Ну и последний этап – это когда люди, научившиеся у Лены этому мастерству, передают его дальше своим детям, внукам, либо своим друзьям и знакомым. Таким образом, каждая цепочка этой связи, эти люди, которые составляют эту цепочку, они научаются чему-то новому, причем каждый из них вносит что-то новое в свое произведение, потому что нет одинаковых людей, нет одинаково мыслящих людей. И, собственно, поэтому работы творческие получаются разнообразными и очень интересными. Да, и, наверное, такие талантливые люди рождаются на такой красивой земле. Телезрители, посмотрите еще раз, какая красивая у нас земля. Поэтому она и рождает таких красивых и талантливых людей. –
Господа, но мы все-таки возвращаемся к нашей главной героине, Елене Элементар, из-за которой и в гости, которой мы, в принципе, и приехали. Потому что она не только одевает юных моделей феерические костюмы, она не только учит их дефилировать на подиуме, но она сама мастер. И, как я уже говорила в начале, делает она свои картины из очень необычного материала. Елена, огласите весь список, пожалуйста. Из какого материала делаете вы картины, выставка которых сейчас и здесь проходит в стенах школы? Ну, работаю с рыбными косточками. В направлениях работала во всех. Но больше всего мне по душе и по фантазии. Я просто люблю. Не люблю есть рыбу, но люблю перебирать. Но люблю рыбьи кости. Да, да. Это сейчас мое увлечение. Поэтому стараюсь свое свободное время тратить только на картины. Господа, здесь сейчас размещена выставка работ нашей героини Елены Элементар. Вы сейчас увидите ее работы вблизи. А пока вы готовитесь их увидеть, вот представьте себе, рыба, ее съели. Что от рыбы остались? Кости. Что мы делаем с костями? Выбрасываем. Нет. Морская царевна им дает применение. Лена, ну вы знаете, вот вообще, если честно, рыбьи кости, оно как-то немножко мрачновато звучит. Кости. Но в ваших руках нет картины. Ну, можно сказать, не кости, косточки. Это уже более мягко. Правильно? Да, а вот вообще, как родилась эта идея что-то делать из рыбьих косточек, что-либо мастерить? Ну, как я уже говорила, увидела просто мастерицу, которая тоже делает картины с рыбных костей, подумала, я должна тоже сделать, попробовать. И вот так вот первая картина моя, «Признание». И вот так и пошло все. Цветочные композиции, морские композиции. А вот вы сказали, что я увидела картины, которые делает мастерица из рыбьих костей, и вот решила, почему я не смогу. А в следующий раз вы увидите, как кто-то на бреющем полете рассыпает жемчуга, и вы подумаете, а почему я тоже смогу? То есть вам по плечу любое дело, кстати, если загоритесь сердцем. Кстати, о камушках. Екатерина Александровна спрашивала, если что, с чего-то еще сделать, вот, с чего бы еще сделала. На второй день муж привез мне зеленые камушки, где-то нашел на работе. Говорит, Алена, наверное, надо попробовать с камушков. Они такие зелененькие, красивые. Вот теперь я их разбиваю и начинаю делать цветочные композиции. Но это будет уже в следующем сюжете. Но это... Это будет в следующей нашей программе, друзья мои, картины и работы из камня. А сейчас вот Елена упомянула о своей первой работе. Эта работа, она называется «Признание». Я так полагаю, что здесь признание в любви, но, конечно, признание любви вам, да, Елена? Ну, конечно, мне. Я главная героиня этой картины. Главная героиня этой картины – Елена Элементар. А кто тот рыцарь, который делает вам признание? Ну, конечно, мой муж. То есть сначала он на вас женился, а потом уже должен сделать вам признание? Ну, конечно. Например, мы живем 12 лет, поэтому почему ему еще раз не сделать признание? Он вам еще не признавался в любви? Признавался, но я еще хочу. Каждый день? Каждый день. А мы продолжаем разговор о картинах, о сегодняшних картинах, которые предоставлены вашему вниманию. Елена, итак, «Признание в любви» – это одна из ваших первых картин. Сюжеты к картинам, как рождаются они в вашей голове? Приложила косточку, думаю, что с ней сделать. Приложила еще одну, так и рождается картина. Там цветочек, там ручка, там ножка. Ну, вот так вот. Когда вы начинаете изготавливать свои картины, когда вы приступаете к работе над картиной, вы еще не знаете, какой сюжет будет? Нет. Я фантазирую сразу по ходу работы. А скажите, пожалуйста, семья с пониманием относится к тому, что вы такой пикантный материал используете для красоты? Да. Семья меня понимает, что я творческая личность, поэтому творческий бардак у меня всегда по комнате.
Никто меня не трогает, все меня поддерживают. И муж, и мама, и ребенок. И вот вы знаете, совсем недавно вы возглавили еще Михайло Ларинский дом культуры. То есть вы, кроме того, что вы мастер, вы хозяйка, вы жена, теперь вы еще и директор, можно сказать, ну такой маленький, но чиновник. А как известно, чиновничья деятельность, она всегда глушит самые творческие порывы. Как вы будете с чиновничьей вот этой вот жилкой своей творчество сочетать? Мне кажется, я успеваю везде. И заниматься творчеством днем, я где-то могу быть в разъездах, а у меня еще ночь впереди. Поэтому днем я на работе, вечером, ночью я могу работать и клеить косточки. Ну, давайте, коль мы уже коснулись Михайла Ларинского дома культуры, то хотелось бы все-таки поговорить и об этом. Вы совсем недавно приняли на свои плечи этот, ну, можно сказать, даже и груз, и ответственность. Но, как мы знаем, в принципе, в Михайла Ларина как такового дома культуры нет. Нет. Ну, я думаю, я молодой руководитель, поэтому я дождусь, что выделят денежки на клуб. И ждем аппаратуру. Будет у нас и клуб. У меня еще времени много. А вот сегодня где вы располагаетесь? В библиотеке. В библиотеке. И сейчас именно в стенах библиотеки и расположена выставка нашей героини Елены Элементар. Но прежде чем, друзья мои, вы полюбуетесь на работы нашей героини Елены Элементар, у нас есть еще одна героиня. В принципе, хозяйка того места, куда мы и приехали. Виталия Николаевна, здравствуйте. Мы сейчас полюбовались красотами вашего края. И представляя нашим телезрителям героиню Елену Элементар, которая совсем недавно стала директором Михайла Ларинского дома культуры, она сказала, что пока еще дома культуры как такового нет, но планируется. Но что самое главное, ваши люди не ждут, когда что-то будет. Они уже работают. Так, Олена Миколаївна у нас працює з 2 березня, але за цей короткий час вона вже встигла дуже багато. Перше підняла нашу культуру села на дуже високий щабель, створюються нові колективи, і творчі, і співочі, і танцювальні колективи, проводяться масово заходи, люди почали відвідувати, масово відвідувати ці заходи. Ну, я вважаю, що майбутнє України якраз за такими енергійними, молодими людьми, творчими. Тому хочу побажати Олені Миколаївні натхнення у своїх справах, ну і працювати на розвиток культури нашого села. Елена, но кроме работ, материала рыбные косточки, как вы так ласково называете рыбные кости, вы еще творите и ваяете работы из того, что попадается под руку. Да, делаю картины тоже с соломы. Пробовала делать картины с пуговиц. Были блестинки, сделала с блестинок. Господа, вот картина из блестинок, понимаете? Просто блестинки. Жили себе маленькие блестинки. И вдруг, попав в руки мастера, мастерицы Елены Элементар, они превратились и сложились в такую удивительную картину, которая навевает на самые лучшие, самые такие чистые чувства. Есть картинка с соленого теста. Кстати, тоже вспомнила свою бабушку, дедушку. Решила сделать так, домик в деревне, их там веничек. Кувшинчик, как обычно, как в селе. Картина из соленого теста, я не совсем понимаю. Ну, тоже как-то ребенок пришел со школы, был урок у них, лепка из соленого теста. И говорит, мама, такие-то пропорции. Я говорю, давай попробуем. Вот начали с ним лепить. Вот он лепил там солнышко, это его солнышко. Вот. Значит, сделаем сейчас дедушку, потом бабушку. Так вот и пошла картинка. То есть это картина вашей семьи? Пускай будет так, да.
Картина из соленого теста. Но кроме этого, еще на выставке мы видим и вязаные, и вон чудесные пушистые из перьев, и из лент. Бабушка моя вязала, поэтому бабушка меня научила. Я тоже с детства вяжу, вышиваю, занималась техникой макраме. Вот цветочная фантазия с перьев фазана. У меня зять был охотником. Вот я попросила его, перышки красивые, чего бы не сделать. Вот картина в технике с вышивка лентами. Вот вышила и решила назвать букет для мамы. 8 марта. А так обычно делаю тоже цветочные композиции. Люблю цветы, люблю природу. Все, что есть в палисаднике дома, поэтому могу придумать все, что угодно. У нашій героїні Олени Елементар все попереду. Адже майстри не стоять на місці і рухаються уперед, чого і вам бажають, друзі. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.